UFC перенес бой Умара Нурмагомедова с турнира, на котором выступит Конор Макгрегор. Поединок, который должен был пройти 23 января, перенесли на 20 число этого же месяца. Причины таких изменений остаются неизвестными. Напомню, дебют Умара Нурмагомедова в UFC откладывался уже несколько раз. Выступление на июльском турнире было перенесено из-за смерти дяди и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. А с шоу UFC 254 он снялся по состоянию здоровья. Отмечу, секундантом Умара будет его двоюродный брат, чемпион лиги в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Для Умара это выступление должно стать первым в UFC. Всего на счету 25-летнего бойца 12 побед и пока еще ни одного поражения.